Этим летом редкий день в Саратове не обходится без пожара. На этот раз загорелись сразу 3 дома в частном секторе в Кировском районе, рядом с пересечением улиц Посадского и Вольской. Жильцов успешно эвакуировали, а вот среди спасателей 3 пострадавших. На них упала стена сгоревшего дома. Все подробности у Юлии Шишкиной. Улица Посадского в огне. Открытым пламенем горят сразу 3 дома в центре города. Все началось с деревянного одноэтажного номер 157. От него заполыхали 2 соседних. По словам погорельцев, огонь возник внезапно и распространился моментально. Сигнал о пожаре в частном секторе Кировского района Саратова поступил спасателям в 12:17. На пересечении улиц Посадского и Вольской прибыли 13 единиц техники и 45 человек личного состава. Пожару присвоили 3 номер сложности из 5 возможных. Дом, с которого начался пожар, был нежилой. В двухэтажном доме со второго этажа жители были самостоятельно покинули данные помещения. Первый этаж, насколько это было возможно, был проверен пожарным подразделением. Но также, со слов жителей, в двухэтажном доме на втором этаже никого не осталось. Всех жителей эвакуировали, но при тушении пожара пострадали 3 сотрудников МЧС. На них рухнула стена сгоревшего дома. 2 23 и 26 лет с переломами ключицы и тазобедренного сустава отправили в областную клиническую больницу. О причинах возгорания погорельцы только догадываются. Еще одна из версий – нарушение правил обращения с электроприборами в одном из домов. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.